За останні 24 години, пане Роман, в нас є зміни. Якщо ми глянемо, власне, з півночі, ми з вами раніше проговорювали, є просування в районі, я виведу супутникову карту, аби краще було видно, в районі Азому, це Артемівський завод обробки металів. Ось бачимо, вони підійшли тут впритул. А якщо говорити про ставку в Зеленського, то всі дійшли спільного рішення, що Бахмут треба далі тримати, оперативного оточення немає, і ми з вами про це проговорювали. В мене лише питання, тому що бійці на місцях кажуть наступне, цитую, «Нам потрібно протриматись до квітня. Ситуація важка, але контрольована». Як ви, пане Романе, оцінюєте ситуацію, що от кожного дня є якісь мінімальні просування ворога, на ставці вирішили далі тримати Бахмут, і на вашу думку, що означає «нам треба протриматись до квітня»? В апреле будет наше наступление, мы об этом с вами уже говорили. Как только сухая погода более-менее будет понятна в несколько недель, наши войска пойдут в наступательные действия, а любое наступательное действие на любом участке фронта вызовет отток российской техники, отток российских боеприпасов, сил, средств от Бахмута. Им придется затыкать дырки в тех прорывах, которых будут. Потому и наши солдаты прекрасно об этом знают. Как раз месяц продержаться, после этого уже точно будет легче. Но в течение не обязательно ждать, допустим, месяца. Дело в том, что проводятся определенные оперативно-тактические действия в районе того же Бахмута. Вот есть информация, работали по вот этой клешне, которая опускается с севера на юг, пытается отрезать нити снабжения Бахмута. Работали успешно. Работала наша артиллерия, авиация, работали танки. Также танки выходят, там хорошие танковые батальоны, хорошие командиры и, естественно, профессионалы-танкисты, которые выполняют иногда на отлично задачи, останавливают, а иногда отбрасывают, разносят на российские укрепрайоны, которые они уже успели подстраивать, и возвращают на некоторые позиции. Но будем подождем уже заявлений нашего генштаба, то есть есть положительные моменты как раз с севера Бахмута. В течение дня, я думаю, их озвучат. А южные попытки россиян выйти с юга на трассу, они остановлены, пресечены, выйти на поле они не могут. Опять там же артиллерия, танковые роты, батальоны отрабатывают по южным границам и удерживают. Потому однозначно есть возможность снабжения Бахмутского гарнизона. Очень тяжело. Это самая тяжелая точка сейчас, которая только есть на всей линии фронта. Сюда собрано все, что может летать, взрываться, стрелять со всей линии фронта. Весь фронт российский высажен практически на минимальные объемы работы по снарядам. Но здесь, в районе Бахмута, как раз нет недостатка в боевом поражении. Потому очень тяжело, но держатся. Ребята молодцы, герои, держат Бахмут. Ну от, пане Роман, ми кожного дня з вами проговоримо про ситуацію навколо Бахмуту. Вона справді дуже складна, але якщо подивитися на, проаналізувати 13 місяців цієї війни, провалів російської армії нарахувати можна безліч. Це і Харківський напрямок, це і Херсон. За 13 місяців ви пригадаєте, чи в Збройних силах України були якісь тотальні невдачі? Тому що все, що я пригадую, це оперативний і правильний вихід з Сєвєродонецька, оперативне і правильне заняття інших позицій, коли ми виходили з Лисичанська, нормально так дали ворогу прикурити. Тобто всім песимістам, хто каже, що Бахмут може бути оточення і наші війська будуть в котлі, за 13 місяців подібних ситуацій же ж не було? Не было однозначно за последний год такого рода проблем. Не будет окружен Бахмут. Дело в том, что есть определенные моменты, связанные с 100% гарантией удерживания коридора. Если даже будет принято решение на отход, хотя вряд ли, но если даже оно будет принято, там есть оперативно-тактические действия, которые удержат
коридор для выхода наших частей, тем более уже проведены правильные действия, то есть проведена ротация, выведены мотострелковые части, которые неэффективны в городе, заведены ВДВ, заведены силы спецоперации, оперативники, которые оперативно могут работать по заходу, выходу, естественно, выполнять определенные задачи даже в тылу врага, даже вне, заходя специально в тыл врага. То есть это разведка военная, она в тыл врага заходит до 30 километров, работает как корректировщики огня. А потому эта спецура в городе, и именно она его и удерживает. Конечно, с помощью остальных частей подведены сейчас к Бахмуту подведены все виды родовойск, которые у нас есть, кроме, может быть, только военно-морских сил, хотя вопрос, может, там и морская пехота также воюет. Потому используется все наличие у нас войсковых средств поражения. Авиация работает, причем и армейская, и истребительная, и бомбардировочная, поддерживает наши войска. Выполняется задача. Я не думаю, что какая-то будет проблема, тем более, если действительно возникнет вопрос по выходу. Потому не с чем здесь сравнивать, тем более с какими-то котлами. Это просто рубеж обороны довольно-таки неплохой. А вот по поводу котлов, это ж с какой стороны посмотреть? Вот южнее Бахмута, вот этот выступ от Курдюмовки в сторону Часовьяра, а чем это не котел? С трех сторон украинские войска стоят. Хорошо продуманная атака, и вот это откусывается малыми клещами и уничтожается. Та же самая проблема у россиян и с севером Бахмута. Все зависит от силы средств. Выход с Бахмута на Белогоровку, и отсекается несколько бригад российских, и дальше уничтожение. И они это прекрасно понимают. Количество войск украинских в этом районе достаточно для выполнения определенных действий. Вопрос в погоде и в принятии решения, и в соотношении все-таки потерь. То есть это, может быть, и не нужно делать, но все будет зависеть от военной необходимости и оперативно-тактической обстановки. Потому тут еще большой вопрос, кто в котле. Россияне в двух точках, украинские войска их сжимают. Они пытаются это наступать, но тут же ж такое дело. Сегодня наступают, а завтра обороняются. Все будет зависеть от действий уже наших командиров. Большинство генералов непосредственно руководят войсками. Потому здесь военная удача, военное оперативное планирование, оно по-разному может развернуться.